Ребят, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Это будет видео такое коротенькое, но очень важное, я думаю, для всех вас. Для всех нас, кто работает в этой профессии. Сегодня утром наших коллег получили такую не самую добрую и хорошую информацию. Предлагаю просто посмотреть и сделать для себя. Закину сейчас видос в группу, это моего корефана Виталика, там товарищ, ну, говоря, коллега, не в одной фирме работаю, в Кауновской. Вчера стоял на стоянке, это А4 во Франции, за Реймсом в сторону Парижа, на Ави, на здоровой стоянке, там она освещаемая, все дела, все красиво, четко, и по факту залетает, короче, специально оборудованный РФ. Без номеров, блядь, банда, блядь, черная, нахуй, в масках, блядь, со всеми, блядь, приблудами, блядь, начинают, нахуй, людей ломать, ну, там, тех, кто в потемнее угла стали, начинают ломать баки, нахуй, нахуй, тупо сливать солярку, блядь, позаблокировали, нахуй, тем, кто пытался кричать или с кабины вылезти, кипишить, нахуй, позаблокировали двери, блядь, остальные, блядь, расстреливали по лобарям, блядь, били стекла, блядь, камнями, боковые, короче, блядь. Ночка у пацанов была, не дай бог. Сейчас вот в данный момент, блядь, пацаны пишут, что, ну, он звонил, блядь, Виталику, я как бы так через третьи уши узнаю информацию, что, говорит, вся, блядь, стоянка, блядь, в СМИ, блядь, в военной полиции, блядь, в этих, ну, жандармах, блядь, в обычных ментах, там просто чёрт знает, что, блядь, творится, блядь, вот такая вот чудесная, блядь, безопасная Франция. Уважаемые коллеги, хотелось бы к вам обратиться. Планируйте, пожалуйста, с вашей стоянки как-то заблаговременно. Пользуйтесь различными приложениями, которые находятся сейчас в общем доступе. Ребят, кстати, рекомендую, действительно, приложение хорошее. На платформе iOS Track Parking есть приложение, также Track Stops. В этом приложении на карте у вас будут отмечены все паркинги, заправки, паркинги, охраняемые паркинги и так далее. То есть вы в фильтрах можете выбирать, какой именно вам паркинг нужен, что вам подходит, с душем, без душа, стиралка, чтобы был освещенный паркинг. Также сможете посмотреть отзывы, комментарии водителей, которые там проводили свои паузы. Очень удобно пользоваться, ребят. Ссылку на это приложение оставлю в описании. Поэтому, ребята, берегите себя. Помните, что дома вас ждут ваши жены, дети. Помните о них, потому что все-таки вы кормильцы вашей семьи. Вы приехали сюда деньги зарабатывать. Берегите себя. Всем шершавой.